Siberian Supernatural Sport представляет проект S-Tuning второй сезон. 40 участников, 2 команды, 2 месяца. Главный приз – путешествие на двоих в жаркие страны. Итак, поехали! Это скучно, я говорю. Фу, мне не нравится. Всем привет! Сегодня мы на площадке SportFit. У нас полуфинал. Мы посмотрим, на что ребята способны. Поехали! Организаторы клуб, SportFit и тренерский состав продумали все до мелочей. Давай, давай! Итак, сегодня экватор проекта – самое главное испытание участников. Все атлеты уже прошли замеры, разогрелись, и впереди их ждет испытание на силу, выносливость и командный дух. Сделаем парные комплексы. Это мальчик с девочкой будут соревноваться против других мальчиков-девочек. Будем выявлять лучшего и болеть за ребят. Дамы приглашают кавалеров. Девчонки тянули жребий и выбрали себе напарников, с которыми прошли весь этот нелегкий путь. Смотри, он никогда не устает. Он пашет просто без остановки. Даже не потеет. Я не знаю, что ты понимаешь? И вайбер он не читает. Чистая вода, залог здоровья. И сибирское здоровье тоже. Как в начале проекта мы сказали, что мы родим. Уже делаем успехи. Команда. Круто. Продвинулась, да. Мне даже сказали, что я похожа на атлетку. А попа. А попа. Работает. Все к нам. Что ты такой стеснительный и задрал? Ну я не такой раскрепощен. Первый заход 4 пары, второй 4 пары, третий 4 пары, четвертый заход 3 пары и пятый заход 2 пары. Ты плывешь к Доминикану! Результат вообще морально самый главный. Алексей, возьми нас на ручки. Пожалуйста. Красивенько. Близняшки. Да. А все потому, что S-Tuning объединяет. Да. Эту малышку я приобрела здесь. Реально видно, что месяц прошел не зря. Ребята усилили показатели, а многие для себя буквально открыли такое направление, как кроссфит. Я прям всю свою энергию тебе отдаю сейчас. Костюмчики. А ты скажи, набрал мышечную массу? Пока Леха шабунит. Испытание продолжается. Впереди новые площадки, новые направления и новые эмоции. Такого на первом сезоне не было. Просто. Я не знаю, что будет третьим. Я вообще в шоке, как ребята справляются. Если кто-то придет на казнь. А люди придут на казнь. Придут? Надо быть выносливыми. Готовьтесь. Я пойду на третий, короче.